Жители, что вы мне хотели рассказать-то? Ты будешь слушать нас или ты все, будешь вот я свои пришел. Макаты развешивать? Не, я пришел, вот рассказывайте, ну. В общем, что я тебе хотел сказать? Беда у нас ведь случилась. Подождите, какая беда, что случилось? Все, мы теперь все безработные официально. А почему? Вы же на бабке работаете. Мы теперь работаем только на свою вон деревню, вон огороды пашем и все. А что вы с бабкой постоянно? Вы же там с ней шуры-муры. Все, бабка сказала, что в наших услугах не нуждается. А почему? Знаешь, почему? Потому что она сказала, что вы безграмотные. А, то есть до этого ваша безграмотность ее устраивала, а теперь перестала? Короче, она говорит, либо показывайте мне диплом о высшем образовании, тогда я вас возьму на работу, либо, говорит, валите на все четыре стороны. Ого. Потому что вместо вас я взяла дипломированных квалифицистов. Дипломированных это? Квалифицированных работников, да. Вот, да, квалифицированных специалистов, так. Или как там его. Ну-ну. Короче, у нее теперь все работники с высшими образованиями. Подожди, откуда у нее столько денег? У нее же раньше денег не было. Вот, она сказала, что теперь у нее столько денег, что, короче, на 1000 лет вперед схватит. Ого, да а ладно, еще, прям. А знаешь, что? Что? И вообще она сказала, что теперь все в округе ей будут завидовать. А мы-то чем ей будем завидовать-то? А потому бабка? Что она сказала, что между деревней и своим домом поставят алмазную стену, а вы будете на нее смотреть и завидовать. Что, прям так и сказала? Нифига себе. Да. Ладно, пойду посмотрю. Хорошо, жители. Если ты не хочешь, чтобы эта страшная девочка пришла к тебе ночью и не начала тебя пугать, просто поставь лайк и подпишись на канал. Я тебе честно говорю, это все не шутки. Если ты не поставишь лайк и не подпишешься на канал, то она к тебе придет и будет пугать. Поэтому не бойся, ставь скорее лайк и подписывайся на канал. Блин, ребята, всем привет, с вами я, Коля, представляете, ну вы сами все слышали. Ай, правда, смотрите, какая стена алмазовая. Чё-то у бабки, слушайте, в жизни таки поменялось, раз такое все происходит. Даже прям интересно, что. Пойдемте спросим. Но меня-то она всегда на работу, ребят, брала. Вы же знаете, что меня она всегда на работу брала. Она же всегда, ребята, как бы говорила, хулиган, приходи на помощь, том и сём. Пойдемте спросим. Так, а как здесь пройти? Ладно, я сломаю забор ее, точнее, стену. Так, бабушка! Чего? А ты где? Чё тебе надо? А я в гости пришел. А я тебя что, звала? О, привет. Да я так просто по вопросу позадавать. По вопросу позадавать? Иди задавай, вон задавала. Мне не надо, у меня очень много делов. Первый вопрос. А что это за ерунда такая вот эта вот? Где? А вон там, вон там. Это не ерунда вообще-то, это моя стена. А зачем она нужна? Я так захотела, значит она там будет стоять. Все. А, понял. Понял тебя. Бабка, на самом деле... Завидуйте молча называется. А, завидовать стене? Ну не, да. Бабка, слушай, я не привык к такому. Слушай, ты мне лучше вот что расскажи. Дай мне работку, бабка. А тебе что, работы нет? Нет, закончилось. Ну, да, ну, хорошо, дам, давай диплом. Какой диплом? Диплом об образовании, что ты можешь делать работу. А, сейчас. А, вот у меня один диплом есть, во. Где? Туалетная вот. Бумага? Да. Вот ты вот ее на лоб натяни и потом будешь. Бабка, работать. Да ладно тебе, ты знаешь, что я прекрасный работник, поэтому дай работу. Ты отвратительный работник, поэтому я тебе говорю, диплом гони. Бабка, ты помнишь, меня просила о помощи всегда, то сё, да. И поэтому давай-ка, ну, а бабка. А теперь я могу себе позволить нормальных специалистов, а не тебя. Бабка, да ладно тебе, ну. Ты даже не... Вот ты ведь такой зануда, ты вообще не останешься. Дай мне любую работу. Дай тебе работу. Все. Да. Вот видишь вот этот мост? Ну? Сделай теперь его в 4 раза шире. Ага. Просто такими же губками-бобами, да? 4. Алмазовыми, в смысле? Бабка, мне кажется, золотой он будет лучше смотреться. Я тебе говорю алмазовый, значит алмазовый. Не надо ладно. Со мной спорить. Я бы тут вообще-то работала. Бабка, а расскажешь, где денег взяла бабка? Где взяла, там уже нет. Все. А, ну теперь ладно, я хорошо. Богатая. Так, короче, ты давай делай. Ага. Я через 5 минут приду, проверю. Хорошо. Блин, ребята, слушайте, ну это, конечно, очень интересно. Что у нее могло поменяться? Ну, видите, даже мост, да он ей никогда бы не нужен был бы. Папка еще бы раньше сказала бы, да, деньги чините, вот да, конечно, деньги на него еще тратить. А сейчас еще и больше сделать. Еще, ребята, из алмазов, понимаете, сколько это все будет стоить? Короче, я вообще... Ты там делаешь? Да, да, конечно, делаю. Алмазы летят только в путь. Даже не знаю, хватит тебе, вот не хватит. Она... Хватит, я тебе насыплю еще. А ты мне за работу заплатишь? У меня теперь алмазов столько, что мне даже считать не надо. А, то есть ты мне за работу заплатишь, да? Конечно, заплачу. Естественно, так сказать, только по доброте душевной. А как хулигану или как квалифицированному специалисту? Как хулигану. Папка, ты, давай... Как диплом получишь, так ты будешь у меня это...
Ну, короче, наниматься и будешь работать. А, то есть, ты, если у меня будет диплом, ты мне всегда будешь работу давать, да? Ну, конечно, конечно. У меня теперь столько работы, что ты просто офигеешь. Блин, ребята, да откуда у нее столько денег? Понимаешь, вообще, ты просто... Какой-то, мне кажется, здесь новый секрет. Мне кажется, надо подождать ночи, ребята, зайди и узнать, что да как. Так, ну-ка, сюдым, сюдым-тудым, ой. Сюдым-тудым. О, отличненько. Так, хулиган! Ребята, ты посмотри. Чё? Посмотри, вечереет уже, давай, вали домой. Бабка, я ещё мост не доделал. Завтра доделаешь, я тебе говорю. А ты мне сегодняшнюю оплату произведёшь? На, иди сюда, оплата. Идёшь? Давай, иду. Давай, иди. Так. Давай. Сколько я тебе должна? Ну, я не знаю, стаков 5. На, хорошо. Забирай и вали. Все, спокойной ночи, баб. Добрых снов, так сказать. С утра в 5 утра я в твоем доме уже. Нет, в 5 утра не надо, в 5 утра у меня другие работники. А, ну ладно. Блин, ты после обеда приходи. Короче, ребята, я вообще, нифига себе, кровавая луна. В общем, короче, ребята, я вообще не понимаю. Она мне раньше столько денег вообще никогда не платила. Максимум, сколько она мне платила, ребята, это стак за то, что я не 2 недели работал. А тут я 20 минут поработал, короче, и получил столько денег. Короче, надо прокрасться в ее дом. Сколько, ребята, на телефоне, на времени, надо глянуть. Так, телефон. Так, ну-ка. Уже 3 часа, ребята. Короче, и правда, я тут с вами заболтался. В общем, надо сейчас прокрасться и поточнее узнать. Так, что-то как. Так, сначала надо поговорить. Бабка спит, интересно, нет? Бабка! 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 Ребята, молчит. Слушайте, так, давайте посмотрим. Нет, на кухне... Ой. На кухне вряд ли может быть так. Может быть здесь... Нет, ребята, здесь, мне кажется, она вряд ли будет что-то хранить. Потому что... Ну, как-то не... Мне кажется, где-то рядом с ней, ребята. Блин, шкафы здесь сложно открывать. Они все скрипят, блин. Так что... Тихо, ребята, тихо. На, что такое? Что такое? Где такое? Что такое? Где такое? Бабка там ходит, что у нее? Что такое? Где такое? Блин, ребята, кажется, у бабки... Что, она там, это, лунатик, что ли, ходит во сне? Нет, все, да. О, смотрите-ка. Тихо. Ребята, стой, спит. Я говорю, она какой-то лунатик, короче, монстр. О, подождите-ка, ребята, смотрите. Тихо. Тихо, ребята, смотрите. Это же ведь самые редкие алмазы. Откуда у нее столько? Ой, книга какая-то. Книга и перо. Тихо. Кто? Тихо. Нет, давайте вот тут в уголку сядем и почитаем. Расписка. Кто? Я, бабка Грэнни, продаю обе свои деревни за 1 миллиард алмазов мультяшной овце. Она вправе ими распоряжаться, как захочет. На свое усмотрение. Договор вступает в силу 1.06.2021 года. Ребята, завтра, или когда у вас 1.06, я не знаю, когда вы смотрите мой ролик, ребята, то есть получается, с завтрашнего дня она обе наши деревни продала мультяшной овце за 1 миллиард алмазов. Да это огромные деньги, получается, ребята, здесь ничего не будет. Так, а сколько тут алмазов? Так, это сундук пустой, видать, это еще не все деньги. Ребята, тихо, смотрите, ё-моё, ребята, жесть. Бам, тихо. Бам. Специалистов. Тихо, специалистов. Так, ребята, надо отсюда быстренько убегать. Так, и сейчас мы, короче, подорвем всю эту стену и добудем все эти, ребята, алмазы тоже заберем. Потому что, ну, если... Расписку, ребята, я тоже заберу. Пускай бабка ищет. А что, у меня тут ночью не было. Так, блин, сейчас взрываться будет. Надеюсь, бабка не услышит. Так, сейчас мы быстренько все это сделаем. Так, о, ну-ка, отлично, ребята. Все, короче, видите, все прям по феншую улетает вниз. А что? Где? Тихо. Это что? Тихо. Это что? Так. Это что за шум-то? Я не поняла. Эй! Тут что-то есть? Давайте с той стороны. Так, если она сейчас заметит пропажу, надо быстренько идти домой. Быстро, ребята. Так, самое главное проверить. Ах, провали! Ой, тихо, ребята. Демоны! Ну, гады, а! Стену тащить начали, но я вам устрою кардебалет. Ну ладно. Короче, ребята, вы еще бабушку плохо знаете. А я типа сплю, ребята. Тихо. Тихо, ребята. Ну, слышите? Вроде я вам устрою, так сказать. Вот Коломеев. Баб, ты что кричишь тут? Не ори, все, мне некогда, я сейчас буду кое-чем заниматься. Чем заниматься, бабка, 3 часа ночи, что ты творишь? А, да, 3 часа ночи, я тоже так подумала. Ну я сплю, бабка, что, помочь что-то? Не спи, нет, не надо, не переживай.
переживай. Не, ну ты если заплатишь, то заплатишь. Хорошо. Я тебе заплачу. Да, я тебе так заплачу, что ты оплату всю жизнь мою помнить будешь. А я при чем? Что случилось? Антон, не при чем, все, я тебе сказала. Блин, ребята, как короче, сказать, что узнаете. Что это? Что-то на ребята сейчас будет планировать делать. Ну, короче, я не знаю, ребята, лучше я пойду с этой деревни подальше, завтра все жителям расскажу, покажу. И мы будем делать, думать, что с этим делать дальше. Короче, а вы, ребята, сейчас обязательно нас поддерживайте. Нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.